Еще 5 ледовых переправ закрыты в республике после осмотра специалистами Центра ГИМС МЧС России по Коме. Так, в Удорском районе прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через реку Мизень между селом Костлан и деревней Мучкас. А в Книжпогодском районе через реку Вымь между Емвы и Серегово. В Усть-Вымском районе также прекращена эксплуатация автомобильной ледовой переправы через Вычегду между Межегом и Мадмазом. Закрыта и пешеходная переправа между деревнями Тыдор и Симуково. Еще одна точка на карте республики в Карткировском районе. Здесь связь прервана на реке Нившера между одноименным селом и местечком Заречье. Итого, на сегодня в Коме закрыто 14 переправ. Пока продолжают функционировать 88. Инспекторы ГИМС призывают жителей Коме не пренебрегать правилами безопасности на льду. Выезд на закрытые участки может привести к трагедии.